Продолжаем выпуск. Фасады многоэтажек 60-х годов постройки впервые масштабно обновят в Усть-Каменогорске. В косметическом ремонте нуждаются больше 800 панелей домов. Восстановление идет за счет бюджетных средств. Варианты ремонта высоток через целевые взносы жильцов не рассматриваются. Покраска одного дома обходится в 20 миллионов тенге. При этом подрядчики обязаны обеспечить гарантию в течение 3 лет и при необходимости исправлять недочеты. В областном центре сейчас внедряют единый дизайн-код. Свод правил разработали по благоустройству зданий, тротуаров и зеленых зон в одном архитектурном стиле. В каждом микрорайоне он будет свой, в зависимости от года застройки. В городе Усть-Каменогорске более 1800 домов, из них где-то больше половины нуждается в ремонте фасада. Я думаю, поэтапно, постепенно мы придем к этому и хороший вид города создадим. В данный момент отделом жилищных отношений ведутся контроль и работа идет по графику.